Так, дубль второй, 9 сентября 2021 год, 19:28 по Киеву в Харькове. И ISO 800 я поставил. Сейчас в окуляре светопередача такая же, как я вижу окружающую обстановку. То есть свет на улице ровно такой, как в кадре. Да, не идеальная безоблачность, да что ж такое? Что за тряска? Вроде и ветра нет. Красавица, молодая луна. Так, пошли сейчас посмотрим рядышком с луной у нас Венера. Не менее молодая красавица. О, справа касается края кадра луна, слева касается края кадра практически Венера. До Луны 360 с мелочью, тысяч километров. А вот до Венеры 156. Сейчас вы меньше выдержку, станет темнее, но Венера будет видна четче. Даже фаза ее. Это представляешь, опять поставил на эту кротовую нору. Вот же молодец. Второй дубль, второй косяк. Ладно, сейчас я смещаюсь. Это издевательство. Над собой и над кротом. Все. Вот наша Венера. Еще выдержку уменьшаю. Ну, видно половинку, да? Справа освещена солнцем, слева темненько. Вообще кошмарно кроваво-красное небо. Пошли посмотрим на
Юпитер и Сатурн. Ну, при таких настройках ISO 800 сейчас видно два спутника. Два сейчас за Юпитером. Справа Европа, слева Ио, посередине Юпитер. Ну, сейчас выдержку уменьшим, может даже полосочки увидим. Экваториальные на Юпитере. Ну, увидели, я в окуляр вижу, вам вряд ли будет видно. Да что ж такое? За какие-то облака, что ли, прячется? Явно теряется резкость. Так, остался у нас Сатурн. До Юпитера 609 миллионов километров. Так, и вон Сатурн. Между Сатурном и Юпитером 17 угловых градусов между Венерой и молодой Луной, 8 угловых градусов.